самый первый выпускной в жизни ребенка. Это серьезное и одновременно волнительное событие. Впереди школа с ее радостями, новыми открытиями, маленькими и большими победами. Прощание с беззаботной порой прошло в детском саду номер 72. Ребята из подготовительной группы показали родителям и педагогам то, чему научились за 5 лет. Выпускники танцевали, пели, читали стихи, участвовали в театрализованных миниатюрах. Одним из самых запоминающихся номеров стал танец «Ромашки». Глядя на такие трогательные моменты, у многих из родителей проступали слезы на глазах. Яркий концерт завершился вручением медалей и дипломов, а также напутственными словами от заведующей детским садом Татьяны Бикбулатовой. Кажется, только вчера они пришли с мамами за ручку, такие маленькие, такие несмышленные. И вот пришла пора сказать прощальные слова, слова детскому саду, теплому, родному, гостеприимному дому. Однако на этом праздник не закончился. Веселье продолжилось уже на улице. По доброй традиции, зажмурившись и загадав желание, будущие первоклассники запустили в небо воздушные шары. Этот процесс вызвал у ребят неподдельный восторг. Раз, два, три! Слезы на глазах были не только у родителей, но и у воспитателей, которые столько лет вкладывали в каждого ребенка свои знания, умения, заботу и любовь. Каждый выпуск сам по себе особенный. Дети разные, самые любимые. Мы в них вкладываем каждую свою частичку сердца, души, любви. И с трепетом мы выпускаем детей в школу. Дети, они индивидуальны, они разные. У них у каждого есть своя какая-то изюминка. У родителей, и они отдают настолько нам свое тепло, и мы взамен им отдаем тепло. Все наши силы, все эмоции. Возможности, эмоции. Я очень люблю детей, поэтому мне с ними совершенно не сложно. Каждый год, конечно же, встречаем новых детей и провожаем каждый год наших деток, которые уже полюбились, которые стали родными. Мне очень интересно вот наблюдать за ними, как они вот приходят, привыкают, как они вот чему-то учатся, они вот взрослеют. На прощание воспитатели пожелали ребятам успехов в школьной жизни, творчестве и спорте, а также попросили не забывать их и приходить в гости. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».